Всем добрый день, меня зовут Надежда, рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодняшний ролик я начну с того, что покажу готовые работы вязаные, которые у меня сошли со спицы в декабре и в январе месяце. Это носочные работы, других я этой зимой не вязала, собралось их несколько штучек, и я вам сегодня их покажу. И первая вещь, которая у меня лежит в кадре, это, конечно же, тоже носочки, да. Носочки с рисунком. Вот такие вот. Рисунок полулистики. Есть на моем канале на этот рисунок мастер-класс. Ссылку на плейлист с рисунками я оставлю в описании под этим видео. Проходите, смотрите и вяжите такие же замечательные носочки. Носочки полушерстяные, связаны на размер примерно 36-37. Выглядит рисунок вот так в носке. И на мыске закрытие вот так. Закрытие таким ленточным мыском тоже есть у меня на канале. Как, в принципе, и бабушкина пятка. Это все вы можете при желании у меня на канале найти, если вам нужно. Такие вот носочки обычные. Таких у меня с рисунком связалась всего одна пара. И более вероятно, что она уйдет у меня на подарок. Вот. Дальше у меня две пары слитков черного цвета. Вяжу их уже не в первый раз. Одна пара такими вот дырочками. Вот, я надеюсь, видно. Я не стала ложить рисунок на черные носки и слитки, потому что на них слабо рисунки видны, а вот на слитки и на обычные носочки черная нить у меня разошлась. Я извязала остатки ее, и вторые следочки выглядят вот так вот. Тоже есть мастер-классы на эти слитки. Вы можете пройти в плейлист с мастер-классами слитки на скипинетки и можете их там найти. Вот эти две модели очень-очень удачны. Они как тапочки, девчонки. Вот такую модельку по моему мастер-классу вязали. Многим понравилось. На ноге сидят очень-очень хорошо. Так что, кому интересно, проходите и смотрите. И да, не договорила, что извязала остатки черной своей нити. И рисунок уже не ложила, потому что на черном фоне рисунок сам по себе слабо бы просматривался. А в классическом варианте очень даже ничего. Дальше маленькие носочки на маленький размер. Здесь ниточка у меня тоже из остатков. И одни у меня вышли маленькие, и одни большие. Обычные тоже носочки, да, получились очень теплые. В этот раз извязывала свои остатки вот на такие вот небольшие полезные изделия. Здесь у меня смесувка, я даже не помню, что это, потому что из остатков, по-моему, даже из распуска она у меня. Но, тем не менее, одни маленькие детские и одни на 37-38 размер. И носочки у меня обычные черные, одни вот с полоской. И две пары без полосок. Одна и вторая пара. Вот три пары в черном цвете. Да, девчонки, в этот раз у меня только носочки в работе были этой зимой. Свитеров не вязала, поскольку с дочкой мы живем вдвоем, да. И того, что есть из свитеров, из кофт, из всего, нам на этот сезон было вполне достаточно, а вязать в шкаф просто, чтобы изделия готовые висели, просто неохота. И тем более, дочь растет, еще растет, ей только в марте 16 будет. И, естественно, со временем нужно будет ей на больший размер вещи обновлять. Конечно же, вязание в моей жизни остается, но по мере, скажем, необходимости плечевых каких-то либо крупных изделий для себя, во всяком случае. А вот аксессуары, носочные изделия я вяжу постоянно.
у меня открыто ремесленничество, и я их в основном вяжу на наличие. Вот. Чтобы, как говорится, было на случай, если появятся клиенты и покупатели, и, в принципе, для реализации самостоятельно. Вот. Это по вязанию, скажем так. И если возникнут какие-то вопросы, задавайте в комментариях, спрашивайте. Мастер-классы по носочкам у меня есть на канале. Это там целый плейлист. Там не только носочки, там и пинетки, и слитки. Также по мыску по такому, который я вяжу, да, по пяточке. Все это на канале есть. И не только это, много чего, если захотите. Пройдите по каналу, много интересного для себя найдете. Вот, это по готовым работам. Также у меня покупала недавно ткань на платочки носовые. Вот, сделала просто оверлочила, да, со всех сторон, с четырех. Сделала себе несколько таких вот одинаковых носовых платочков. В принципе, в быту пригодится. Такие вещи нужны всегда. Периодически я делаю для себя. И салфетки, платочки. У меня машинки дома стоят. Вот периодически подшиваю по мере необходимости. Для, уже для личных нужд, что называется. Ну и две работы у меня на спицах. Их три, но, в принципе, можно объединить их в две. Это тоже аксессуары. Это носочки вот такие вот, только красного цвета, которые готовые у меня. Вот я вначале показала. Вот на этой пряжице будет лучше виден рисунок. Вот, вот он так вот выглядит, да? Рисунок есть, повторюсь. Начала одну пару. Вот скоро буду делать мысок. Примерно на 37-38 размер. Вот, тоже на подарок. Сейчас 23 февраля, 8 марта идет. Как бы, ну, вещицы нужные в доме, скажем так. Тем более, особенно в межсезонье, когда по весне отключают отопление. Да не только по весне, по осени. Поэтому подарками обеспечено, да. Это одна работа. И вторая работа у меня это повязки на голову. Сейчас они у меня еще не совсем готовы. Вот одна такая вот, да. Их вроде две, но в принципе объединить в одну работу их можно, потому что они будут однотипны. И вторая вот, одну я начала сшивать, как вы можете видеть, да. И вторая еще не сшита. По ним будут подробные описания. Мастер-класс в формате подробного описания. Они две однотипные, но вот здесь вот будет тоже так же собираться, как и здесь. Но обработка будет разной. И я сниму обязательно, как я их вязала и как вот этот вот шов делала. И более подробно для начинающих будет самое то. Здесь они связаны английской резинкой, в принципе, да. Покажу, конечно же, как вяжется резинка такая, и как я их собираю, и чем буду вот эту часть украшать. Будет мастер-класс по этим работам. Вот. Мастер-класс я, конечно, не оставляю. Они будут, но, опять же таки, они будут по выходить у меня по мере вязания мной работ. Вяжу я сейчас, к сожалению, плечевых изделий каких-то не очень много. И чему мне, конечно, жаль. Но иногда в этом просто нет необходимости. И, наверное, я повторяюсь, вязать мне в шкаф неохота, потому что это все-таки труд. И порой не маленький. Вот. А теперь я хочу порекомендовать вам канал, который я периодически смотрю. Он не вязальный, но тем не менее, возможно, будет вам интересен. И, как и обещала, рекомендую вам канал. Канал Марина Крылова. У Марины на канале вы найдете интересные видеорецепты, открытки и ролики по психологии. На канале, как и у большинства, поделены плейлисты на тематики, где вы можете найти все, что вам интересно. Прямые эфиры, психология, обзоры, поздравления, пожелания, рецепты, расслабляющая музыка, гороскопы для любителей, влоги и полезные советы.
Давайте заведем видео, да, у Марины, что здесь. Как вы можете видеть, разные рецепты, да, абсолютно. Разные. Каждый найдет для себя интересную для него тематику. Надеюсь, канал Марины будет интересен не только мне, но и вам. Ссылочка на Маринин канал будет в инфобоксе под этим видео в описании. Переходите и смотрите. Надеюсь, что я была сегодня вам полезна, хотя бы чем-нибудь. Ну и на сегодня у меня все. Спасибо, что оставались со мной. И пока-пока. До новых сюжетов.